Так, в общем, там какая-то женщина в прошлой серии нам скинула лестницу, и мы, наверное, когда зашли. А еще там, возможно, что-то еще может быть. Ладно, пусть только между этими двумя останется, что там было. Твоя на любой прекрасный призрак Ольги. Сегодня в 20 часов. Привет, соседи, даже супергерой с планеты Земля. О, вот оно как. Ну, это, походу, нас приглашает. Как тебе смотри глаза, ты буквально у него в голове. На чем общаюсь, да? Походу, там... До общения даже не дошло. Ладно, давайте небольшую экскурсию в Король Град. Иди к Возьми. замку короля. Это у них тут технологии такие, это летающие фонарики. Вот закрой. Не улыбся так. А, колодец. Ну, конечно, у вас это модный эльф. Даже на какой-то далекой планете болеет Сазаки. О. Окей. Это меня как-то должно было удивить. Один этот от... Ох. Вообще не напрягло. О, блин, побежали, побежали. Спокойно. А, мне надо как раз нужна ракета. Ахахахаха! О, боже. Опять эти чуваки забивают.
брокеры. Я думаю, они остались на первой планете. Хотя нет, их там уже нет, потому что я их всех перебил там. Хорошо, опа, что-то сломалось. Фонтан сломать. Вроде все тихо стало. Че, мне в канализацию падать, что ли? Как помнится, в прошлых путешествиях мы падали без особых проблем. Блин, это, наверное, больно. В целом, там не получится... О, я все секреты нашел. Замечательно просто. Следующий он точно куда-то упадет.